Итак, здравствуйте, господа хорошие. Продолжаю я свое повествование и так расскажу о том, что у меня было. То есть сейчас я за сегодня вот наконец-то я изготовил опять по новой, пересобрал, можно сказать, статор двигателя. Но это вот приспособление, на котором я устанавливаю центр. Суть какая? Было у меня, во-первых, у меня присутствует 14 полюсов, ну то есть 7 пар, потому что пляшем мы от звездочки, от семерки. То есть то, что вы видели звездочки Кунаширского, это базовый как бы элемент. И вот у меня был вот такой коллектор, но он, это второй коллектор был, другой еще, он прогорел, он просто не выдержал токов, ну и плюс щетки, потому что слишком маленькое сечение, то есть ток был настолько большой, генерировался, что движок просто умер. И вот сейчас за сегодня я пересобрал, благодаря наличию электричества, статор. Но опять-таки я пересобрал старый статор, а мне нужен новый, потому что пришлось мне переделывать катушки, ну практически полностью пришлось сделать ревизию устройству в силу того, что оно как бы параметрически не тянуло те параметры, которые изначально как бы, поскольку расчет точно сделать не удалось, эмпирический расчет дал очень заниженную. То есть я ориентировался на классические двигатели, да, как бы брал постоянные, там все, а у меня вышло, что движок оказался ого-го какой. И не классический, мне в 4 раза больше выдал мощности, и все. И все. При том, что я использовал, вот неодимовые магниты тут примотаны, я использовал вместо проектных 2 раза меньше размер магнитов, что меня, конечно, ну, мягко говоря, очень сильно удивило, да? То есть, ну вот я поставил, зазора практически нет. Вот она стоит там, ну, набил тут просто струбцина. Вот эта сама вот панель, она отполирована, то есть у нее погрешность очень маленькая. Почему я ее так люблю? Ну и вот он как статор, да, на оси. То есть вполне без биения вращается. При этом я, конечно, очень сильно трахался, не имея токарного станка, но способы есть все это сделать. Но, к сожалению, вот ротор еще не до конца собранный. Ротор придется сейчас, как бы не хватает диаметра, то есть пересобирать магниты. И вопрос у меня с коллектором пока остался подвешенный, потому что вообще-то изначально планировалась ведущая шестеренка, с которой снимается, то есть вот эта часть планировалась вращающейся. То есть и внешний, внутренний неподвижный, да, ну вышло так, что увы, модель пришлось как бы делать классическую, то есть хотя планировалось наподобие вентилятора, то есть вращающийся статор, неподвижный ротор, ну, чтобы легче было большие токи коммутировать. Ну, как бы, в принципе, ничего страшного, да, для модели это допустимо. Потом всегда можно вернуться, ну, вот с точки зрения технологической. Ну, и второй секрет, что вообще-то вот это устройство было изначально микрофоном, как и катушка. То есть, практически я переделывал микрофон, который работает тоже на торсионно-векторном этом эффекте, то есть на топологии, на геометрии именно катушек. Ну и вот в итоге мне пришлось, увы, переделывать. Да, размеры микрофона были как бы не совсем сочетались с размерами двигателя. Ну, поэтому вот возникло много. То есть вот сам достаточно тугой, как видно. Ну, то есть ходит достаточно туго, то есть, потому что это не на подшипниках, а на ось крепится. И я вот сейчас должен его туда вставить.
Ну и плюс там очень хитрая коммутация. Ну, собственно, нахал тут несколько. При кажущейся простоте и похожести на обычный двигатель, этот двигатель очень необычный. Самое, что интересно, что вот у этих двигателей, да, в отличие от классических двигателей, они позволят набирать из двигателей, то есть на одной оси можно две, там, три катушки набрать. То есть путем грубого, ну, как сказать, составления данного общей оси и перекоммутации можно увеличивать как рабочее напряжение, так и мощность при сохранении момента там того же и угловой скорости. Ну, то есть в итоге, да, угловую скорость мы оставляем ту же, мощность момента у нас будет увеличиваться. То есть, ну, в этой технологии как бы возможности масса, я пока все раскрывать не буду, потому что, ну, иначе изобретатель вообще ничего не получит. Да, все начнут орать, что они все это знали и придумывали. Поэтому я просто вот показываю вам, что идея существует, что это не туфта, что посвящено достаточно много времени было, просто время это выделялось как бы от основных всяких задач немножко так, свободное время, да. Ну а вот тут я решил заняться специально, потому что погода такая вся эта. Вот не расточена шайба, не могу я ее ставить. Ну ладно, она просто была под другую сделана. То есть пока вот демонстрирую то, что есть. И у меня, конечно, большая напряженка с материалом, за которым надо, увы, ближайшее, где его можно взять, Японию, поскольку, ну, как еще раз я говорил, что корпус должен быть не магнитный и не электропроводный. Ну, если кто знаком с электрофорной машиной, он поймет почему, да? Потому что в случае его электропроводности и магнитопроводности свободное электричество просто тупо замыкается по корпусу. И никаких у нас ни сверхединичных, ни полезных явлений нет. И плюс возникают всякие проблемы там против ЭДС, магнитной индукции с вихревыми токами, которые есть в классических движках. Ну вот на этом я, пожалуй, пока остановлюсь, да, как бы я мульку бросил, посмотрел. Отзывы меня, ну, порадовали в кавычках, как бы. Грустно, что на 20 человек, в общем, даже один идиот, но нашелся. Не знаю, зачем он ходит на мой канал, только непонятно. Вот антилайки ставят, ну, как бы ладно. Вот такие пироги, короче. Сейчас у меня еще проблема, что у меня магнитов я брал ограниченное количество, у меня их просто не хватает. Потому что часть сломалась. Ну, как бы вот, на второй аппарат мне хочется все-таки сделать два сравнения прототипа уже, чтобы выяснить динамику развития, в какую сторону она идет. Ну, а вот пока что один воспроизводить вынужден. Пишите вопросы, ставьте лайки там, что угодно. Мне больше интересен диалог, конечно, со зрителями. Ну и что еще могу показать, что уже шестеренка запланирована, то есть будет стоять, разумеется, на валу редуктор, то есть нормально высокоскоростной, ну так, ориентировочная скорость где-то от 3 до 12 тысяч оборотов, ну как бы по мощности буду смотреть, да, какую он выдаст. Реально шестеренка стоит, вообще он планировался изначально как генератор, да. То есть поэтому шестеренка стоит на повышение. То есть внешняя будет большая шестеренка, и она должна повышать. Ну как бы с точки зрения вот экспериментов пока что не до шестеренок, да, ну это уже по ходу все остальное будет. Все, до свидания. Покажу сейчас вам дождь. Вот, не монтаж, это реально, что творится за окном. Загоняет в город. Уже третий или четвертый день. Вот такие сумасшедшие ливни по вечерам. Так, вопрос о том, что такое дальневосточный гектар, да? Не так все просто. Ладно. Оставайтесь на канале, пишите.